Всем привет, дорогие зрители наших каналов, с вами Шустрила, Артур Блэксильвер и Джек Шепард. Поздоровайтесь, друзья. Здрасте. Всем привет. И мы продолжаем нашу езду, так сказать, в потемках в сторону Старого Собора, чтобы найти хоть что-нибудь пострелять. Блэку там казалось, что кто-то стрелял, а потом он сказал, что это он хлопнул дверцу. Так что это остается загадкой по сей день. Не-не-не, это просто дверь хлопала, все спокойно. Давай, сейчас мы в Новом Соборе, прямо в центре. Да, я знаю. Нам надо бы направо. Ну да, надо бы. Прям вдоль поля и на дорогу можешь уезжать, ну ладно. Нет, мы поедем по дороге. Ты поехал прямо внутрь здания, и сквозь его едешь, внутрь амбара заехал. Ты безумец, по-моему. Сквозь Урал. Сквозь второй Урал. Мне кажется, Артур или наш водитель просто пьяный дрень. Ребят, может мы сейчас по полю после этой лес-полосы поедем направо до упора? Там есть вышка, на которой хороший лут бывает. Дальше, очень далеко. Ну, не очень далеко, метров, наверное, километров. Я думаю, не стоит. У нас есть лучшие палатки. Ты прям в старый заезжаешь? Да, мы прям в старом едем. Ну да, но мы сейчас немножко выедем, я не знаю куда. И все будет хорошо. То есть мы по нему проедем, переполошим всех? Так, да. Ну что я хочу сказать, зомбятина здесь есть. Видите? Значит, здесь и будем. Все-таки мы едем туда. Налево от собора. Может, на него? На, зомби бежит. Я знаю. Давай, камон. Я shift выжму сейчас. Мы тогда вообще уедем от собора. Да-да-да. Нам это и нужно. Я ищу место, где машинку спят. Ну да, и за нами зомби бежит. Я их сейчас собью, чертям собачьи. Они еще поспевать бегут? Бы. Бедный собачий черть. Он бежит, двое бегут. Но они далеко. Но они перебегут когда-либо. И мы так, далеко вот, уже отъезжаем. Отличное место. Здесь каменная кладка. Я знаю. Как считаете? Вот так. Ну, парик, ну, ладно. По-моему, место хреновое, но... Да, очень хреново. Два каких-то сраных кустика нас. Ну, темно же. Я вышел из машины, ты псих безумный. Я думал, мы остановились уже. У тебя любимое выражение – безумный безумец. Все нормально. Да если... Я из машины вылажу, начал... Я вышел, а если... Виражи такие мутить. Безумный, безумный. Безумец вообще. Безумный безумец. Вон, давай вот слева этот лесок какой-то, на него заштурмуемся. Заштурмуемся, заштрихуемся. Зашифруемся. Не будем это. Зашифруемся. Заштриховываться. Зашухеримся. Да. Спрячемся. Заховаемся. Да-да-да. Зашкеримся. Понычимся. Сейчас придет такой придурок с топором, порубает нас всех. Я вас нашел! Черт, я не вижу этого, я не вижу где-то... А, еще было в дерево не въехал, потому что здесь темень. Ну ты еще... Вот. Так, теперь нас, я думаю, весь собор видит. Это реально деревья и включающий свет к тому же. Хорошо, я ничего машины. Не вижу. Не видеть. Короче, все, стопуй, 81-61, я запомнил наш квадрат. Нам так, теперь я выхожу. Пилить километров пару. Нормально. Витаут. Погнали. Так, в старом нам нужен лут, нам нужно оружие. Нам нужно к палатам, да? Джек Шепард, ты видишь? Стоп! Чё такое? У меня чей-то ник просвистел. Да это глюк, наверное, чей-то из нас. Не надо, давай проверим. Не, ну я ничего не говорю, что проверим, я просто говорю, что может это глюк. Да, наверное. В поле никого нет. Ага. Я провожу вот так по полю, вроде как никто не высвечивается. Тоже, я тоже провелся. Угу. Так, ладно. Единственное, что меня сейчас может заставить запаниковать на этом поле, это человек с топором. Активно бегут сюда. Голый человек с топором. Голый человек с топором, это я даже в релок уйду. Поэтому я говорю... Я вообще сразу амстал сделаю. Я просто мужик с топором напугает. Я опять голый мужик с топором. Кнопку резет. Ага. Компьютер в окошко. Артур, наверное, сразу комп вырубит, если это будет голый мужик с топором, у которого на спине будет татуировка Black Memory. Давайте, наверное, тут разделимся, да? Где вы, ребят? Вижу. Мы с тобой идем, да-да-да. Разделимся. Давайте, брать, вы идете вдвоем в стороны палаток, то есть вон туда вам надо. Ага. А я на свою снайперскую порт. Хорошо? Я не люблю с этой стороны проходить в город. Ну, вот ты иди наша машина до сих пор показывается у нас на карте. Ну, естественно, мы же ее оставили. Вы сохранили вообще, нет?
Nope. А когда водитель выходит из машины, она автоматически сохраняется. Понятно. Так, ну там зомби был. Куда идем-то мы? С пятачком. Вам нужно на палат. А, давай правее тогда обойдем это там. Да, все, давай правее выходим. Что, и... у вас ваша тактика, я побежал на свою снайперскую. Помнишь, в прошлый раз, когда мы хотели, чтобы нас убили, нас в итоге били, я предлагал справа все обойти, но ты сказал, пойдем через город, там поспокойнее. Да вообще через справа обойдем и зайдем со стороны леса. Давай. Только я нифига не вижу. Достанем топоры, разделим. Иди одинок своей бутылки. А мне еще надо будет что-то снайперить. Че, ничего. Какая там у тебя модель-то телевизора, а? Ничего, не видишь. Модель телевизора? Да-да-да. Хороший мне телевизор. Не надо тут наговаривать. Никто ничего не говорит. HPL, XPLD. Покупайте. Так. Так, я на пози... I'm in position. Мы зайдем с противоположной стороны. Ой, зомби! Стой. Ложись. Слева от нас, вон ползает. Видишь? Сейчас проверить я тебя. Их там двое даже. Ой. Блин, я вижу трубу, и мне кажется, что это человек, и это печально. Человек-труба. Так, Джек Шепард, да, ты правильно идешь. Я всегда иду правильно. Нет. Особенно ты вон в Березино правильно ходил, когда нам приходилось. И в аэропорту тоже правильно ходил. Я всегда иду правильно. Лично не знаю. В аэропорту так, я вроде бы тишина порядок. С зигзагами, конечно, но правильно. Тишина порядок, но тем не менее зомби тут были. Вот так-то да. Так, мы маленько круганем. Блин, там зомби ходит. Очень не кстати. А вот тут, я думаю, сможем пройти. Давай. Если так пойдем. Давай. Так, сейчас, секунду. Чуть-чуть гамму прибавлю. А нет, у меня она стоит нормально. Я просто что-то совсем потемнело. У меня наоборот стало после перезахода светло. Может у тебя такая же фигня? Нет, просто этот. Я так-то все вижу, но просто темно. Ну если бы сейчас у меня спросили, есть ли кто-нибудь в старом соборе, я бы сказал нет. Слева зомби идет, ну нет, не в нашу сторону, ладно, окей. Нормально. Ой, красное здание. Темно вдоль дорожки. Джек Шепард, иди вперед, ты похоже лучше меня все видишь, я ни одного зомби не вижу. Вот сейчас мы прекрасная мишень для того, кто лежит, скажем, в ржавом этом. Ржавую я вроде посмотрел. Они обычно не сюда смотрят. Нет, как раз таки все обычно смотрят в ту сторону. Назад от палаток? Да нифига. Ну я всегда смотрю назад от палаток. Че вы спорите, мать вашу, за ногу? Мы ползем тут по полю в ночи, да? Справа от собора мы идем метрах, наверное, в 100. Пройдем к поляне, от поляне подойдем к лесу, который наверху над палатками, и оттуда потихоньку спустимся туда. Машина до сих пор светится. Это плохо. Возможно, мы видим ее в последний раз. Не будем о плохом. Ну, у нас еще одна есть. Так-то есть. Если что, еще найдем. Серии через 50. 50-60. Да, кстати, у тебя же юбилейная серия вышла. 50. Юбилейте. Так, переходим дорогу. Че вы правее били? Че там, зомби спереди? А он в забор долбится. Все. Черт, ну нет здесь никого, ну вообще хоть убей. Я думаю, можно шифту убрать сейчас и прибежать немножко. Да, что если нас палят, то по нам шмальнут. И попадут. Так, я метров 50, когда от тебя будет, тоже перейду на бег. А так им понадобится этот. Пару выстрелов сделать, уже стрелы. Что ты шлепаешь на меня? Ну ё-моё. У тебя там проблема с местными? Именно. Селюки. Ты че, это городские уважаемые жители, это же старый собор. Особенно Петрович, который среди ночи опять нахерачился и не спится. И пошел доказывать всем, какой он законопослушный и хороший гражданин. Именно. Я от него кувыркаюсь. Джек Шепард, ты у меня просто в темноте, но я тебя вижу. Ладно, это хорошо. Alone in the dark. Вот сейчас, я думаю, можно начинать заходить вот с этого направления примерно. Или прям с леса пойдем.
Не знаю. Можно и отсюда. Мы что тогда отсюда зашли с тобой почти. Да, лес хотелось проверить. Да мы все равно в лесу ни хрена не увидим сейчас. Да. В двух шагах от нас. Джек-Шепард, остановись, перегруппируемся. Остановился. Смотрю на ржавый, этот вроде пуст. Отошел? Угу. Так, Шустрила, ты нас кроешь? Я прям присел уже к монитору, что... Я крою снайперскую гору, с которой вас могут снять. Вас же самих я не вижу. Понятно, мы справа мимо ржавы сейчас проходим, прямо к палаткам. Что? Там кабан за этой стоит, я думал, это кто-то, блин, живой. Так, Джек-Шепард, у тебя что в руках, какое оружие? Винчестер. 15 выстрелов и больше нет ничего. Ладно, у меня 17 для G17. Так, ну, старались не палиться там. Ну, если у кого ПНВ, то мы тут. Представляете, еще одна машинка будет стоять? Я уже проверил. А нафига нам вторая машинка? Не знаю. Мы трех машин. Строить гонки. Гангстеры. Дистракшн дерби, да? Да, закадровское видео зафигачим. Победи тот, кто будет за рулем автобуса. Тут тихо. Я счастлив. Справа от нас там попрыгунчик прыгал. Где-то далеке. Тут зомби есть. Не бегай. Я пробежал чутка. Ты спалился. Он уже. Забегай палат. Внутрь. Забегай. Тебя спалили. Да, пошло. Че шумнее будет, твой или мой этот? Я стреляю. Винчестер будет тише, наверное. Ну тогда стреляй, Джек-Шепард. Стреляй, у меня бандаж майсел. Нога сломана. Замечательно. А морфин с собой, естественно, никто не брал. Нет, он же у тебя. Все, он я же в машине. Ногой. Я побежал за морфин. Джек-Шепард, тебе сейчас, похоже, придется бежать. Куда? Ну, хотя куда ты побежишь, да? Здесь что-то лежит, я должен так бежать. Так, стрелять на зомби, конечно, да. 203 FR, блин. Джек-Шепард, говорю же, зомби, не бегай. Ну, теперь все знают, что мы тут. У меня 9 патронов осталось. Я побежал за морфином для него. Супер, Артур. Блин, а чем морфин-то не взяли, а, друг другу в воде? В рюкзаки-то. Пошли, мать. О, идет. Че, я снимаю? Да, снимаю его. Он прям в меня пошел. Нате в твое достоинство, тварь. Так, ладно. Все, пошло. Сколько крови? У него хитпак можно взять. 7446. Надо заливать. Ну, это успеется. Сейчас мы главное... Что, ползем тогда? Ходи в приседе с шифтом. Я не могу ходить в приседе. Ладно, да. Прости меня. Так, давай я по правым палаткам пролезу, ты по левым. Хорошо. Здесь кого-то убили. Да, я уже давно слышу. Я же сказал, мухи летают. Поднимите нож. Назад, ползаем больше. Здесь убитый солдат, кто-то отстреливался, только недавно лутал, похоже. Круто. Вы без прикрытия. Понятно. Так, что это справа за шум был? Блин, патрон-то все не для меня. Джек-Шепард, ты в какой палатке по счету? Вот он, я прям напротив тебя. Понятно. Там еще два зомби идут. Да. Я думаю, заползу в палатку в эту вот, и из нее больше не вылезу, буду в ней лежать. Давай. Я Ксюху беру. Все мимо проходит. Джек, а ну квадрат помнишь? А, я уже нашел. Ну, я бы сказал, да. Вообще не видно тачку. Я взял Ксюху. У Артура нога сломана, у меня теперь нога сломана. У меня нога не сломана. Нет, ну, была. Я говорю, что за эту серию только ушустрил нога. Тихо. Зомби на кого-то нагрелись. Ну, справа от меня в палатке, значит, кто-то есть. Вот я лежу сейчас напротив тебя. А там я слышал мух и зомби. Журчал. Так, я беру калаш в руки. Калаш-то хорошо. Давай, я прицелюсь, буду просто целиться. У корот тоже отлично. Они идут мимо нас. Я кидаю дымовую гранату, раз такая пьянка пошла. Они не увидят ночью дымовую гранату. Не увидят? Ой, спалили тебя. Меня? Да, ты сдвинулся, он тебя спалил. Начинаю шуметь. Он стоит. Упал. Еще один. Вот этого я сниму. Давай.
Упал. Он упал? Бежит к тебе. А как он не упал-то, тварь? Упал. Еще один. Да просто ночью нифига не видно, в этом все дело. Еще бежит. У меня опять кровотечение. Подожди, пока не перевязывайся. Все? Я взял тебе пакет крови. Еще бежит, по-моему. Да, прибежал к тебе еще. И еще бежит. Да вы гоните, у меня все трясется, я вообще не понимаю, что происходит. Машина едет. Твою мать. Я перевязываюсь, блин, больше не могу. Так, Джек Шепард, ты не против, если мы сейчас отойдем отсюда? Вообще уйдем? Да. В горку куда-нибудь? Давай. Ты просто у нас не боец сейчас. А я машина как? Пролетела, машина пролетела мимо, в общем. А, мимо пролетела? Вроде как да, вот тут зомбаки все накипиши. Я слышу ее. Она, по-моему, сюда приехала. Да ладно, старый? Она прям к нам сюда, по-моему, приехала. Ничего не слышу, вообще никакой машины. Вот, что-то слышу. Справа вдалеке, да? Ну, то есть слева тебя. Ну, куда ты идешь? Так, ладно. Так что, она у вас? Джек Шепард, спаси. Она, а по-моему, мимо проехала все-таки. Так, очень много свет. Зомби с собой она собрала, я сейчас прилег, чтобы не палиться. Это хорошо. Не очень хорошо. Нет, она, по крайней мере, от нас их отвела. Флэрки, пак, опять патроны для меня. Даже здесь недавно все выносили. Не забывайте, что кроме машины еще могут быть люди. Аккуратно. Естественно. Фу, че, следующий полез? Ну давай, лезь, да. Капец, меньше всего в жизни я хотел оказаться здесь со сломанной ногой. Ну че, не только мне страдать. Так, здесь одни пустые банки. Опять, да все, патроны, блин, похожи на мои, но они нифига не мои. Уже бесит. Химлайт, опять не мое. Я подползаю к ржавому зданию. Хорошо. Ползу к последней палатке, потом будет штаб-палатка. Штаб-палатки, пожалуй, я полутаю. Как ты там будешь ползать? Хотя нет, ты, в принципе, ползаешь, пока никого нет, в одну зайди. Ну я уже подхожу, так что давайте найдите там какие-нибудь палатки, чтобы я зашел там и сделал все медицинские операции. Всем не нужно, у нас Джек Шепард пострадал только. Джек, найди себе палатку, я захожу. Давай, я в штаб-палатку, которая ближе к горке. Хорошо. Блин, столько мух, капец. Да, мух хватает. В моей палатке ничего нет. Достаточно так себе сходили. Да и уже в который раз. Я Макаров нашел. Кому нужен Макаров? Мне, у меня вообще оружия нет. Кроме винчеста. Здесь один зомби, пустая банка и какая-то, не знаю, фигня, короче. Я к тебе сейчас заползу. Там буду ждать, что стрелы. Так мы же договорились в офицерской палатке. Ну, он в другой только сидит. В общем, я зашел со стороны горы. Так, ты идешь, да? Да-да-да, а вон, я... вон я лежу. Заползаю внутрь. ОМГ. Ну пошли. Ну, мы нашли калаш, по крайней мере. О, да, это же патрон для меня. Тут же куча патронов для меня. Закидай! Магазин для АКМ еще. Так, иди в морфин. Где это? Давай, лечи его, да быстренько уходим отсюда. Ты меня лечишь, да? Угу. Угу. Все. Так, можешь ходить, теперь даю кровь. Давай, я пока... Где пистолет лежал? Я его тебе сейчас передам в этот, в рюкзак. Давай. Фух, матерь божья, на кого похож я. Так, Все? Все пошло? Да, 12 тысяч, спасибо большое. Ты получил? А, блин, нет. А ты... Нет, я... А, так. Так, я пойду на горку, мне здесь не уютно. Давай. Нам всем здесь не уютно, мне кажется. Твою мать, да что ж такое с этим инвентарем? Он у меня вечно как-то не так все делает. Ой, зомби. Очень страшно, я уведу его и расстреляю. Где этот Макаров?
черт, блин, да что ж ты. Черт, ночью ни черта не видно. Короче, мы, похоже, просрали этот Макаров. Это G17 в этом лежит в рюкзаке. В рюкзаке-то, да. Я его тебе пытался переложить, открыл твой инвентарь, но почему-то, я не знаю, у меня глюки, что ли, но когда я открываю твой инвентарь, он открывает мой элиспак. Хотя я твой инвентарь открываю. Потом я перекладываю тебе обратно, и он пропадает просто. Тупо. Так, ну нет его тут на полу. Не, в общем, я извиняюсь своим зрителям. Сразу говорю, я сейчас, наверное, выключу запись, потому здесь что у меня 9 FPS и ночь досматривать у Артура и Джека. Все, всем пока. Так, ну теперь хоть... Артур, ты будешь брать Ленфилд? Нет, у меня же АКС. А, точно. Ты нашел здесь, да? Да. Клево. Так, все, давай быстренько в гору уходим и оттуда уже отступаем. Зомби пока не наспаунились. В целом все хорошо. Если у кого есть ПНВ, он, конечно, нас поснимает, как уточек. Что стрелил ты, да, где? На горе стрелил зомби. Тут. Ты поднялся уже, нет? Угу. Артур. Нет, я к забору подхожу. Давай, я так пробежал чист. В соборе никого левей, нет. Левей. Прям, блин, я не вижу. Все левей. Вот. Надо в супермаркет сходить. Погнали. С горки спустимся, как мы обычно ходили. Угу. Я вас пока не вижу вообще. Ну мы пока так понимаю. Силуэт вижу только иногда. Ну я все твои рубашки. А, я Артуша все твои рубашки. Ты не говори, кто в какой рубашке, он у каждого игрока по-другому может быть. Ага, вижу вас обоих. Я говорю, как я тебя вижу, может, что стрелы так же видим. Ну, у каждого свои рубашки. Супер. Ну в прошлой это, блин, все. По хребту идите дальше. Артур в черной рубашке вообще. В черном. Это я. Да, мы тебя сегодня не видим. Не, я вижу. Я прямо перед вами сижу. Да, я прямо на тебя иду. Вот двинулся. Так, ну-ка. Че это вы видите, а я ничего не вижу. Человек, начись. Прям перед тобой. Да. Так, все. Идем. Так, показать себя к вам приближать. Это больше не показательно. А вон я вижу движуху наверху. Подождите меня, мне нужно вас заметить, а то, блин, вы от меня убегаете все. Ну, водокачки. Ага. Ночные серии без ПНВ, если у всех фонарики есть на пистолетах, это еще можно. Но не в таких опасных местах, как это. Так, ребят, вы пока продвинетесь, я здесь залягу, у меня кто-то в дверь позвонил. Хорошо. Я за вами потом до магазина пробегу сам. Давайте-ка сделаем иначе. Артур, иди до супермаркета, просто здесь отличная снайперская позиция. Давай. Я пока тут пойду. Так, супермаркет у нас вон он. Напрямки получится, интересно, нет? Через зомбези всех этих. Ну, забежать и там отстреляться, в смысле? Нет, в смысле проползти. Неохота особо палиться-то. Да и патроны сейчас не так часто найдешь. Mm-hmm. Кстати, у нас в машине же в другой, по-моему, эти АКМы. Да, нет, два М14. Нет, в смысле магазина. А, да? Ну, круто. А по-моему, в этой даже есть. В этой? Mm-hmm. Ну ладно, пока что мне хватает. Мне, в принципе, только для того, чтобы... Если какая-то перестрелка с людьми будет. Я тут. Молодца. Давайте так. Я выдвинулся к супермаркету. Потихоньку иду. Если меня замечают, то я туда быстро забегаю. Ну, то есть всех собираю. У тебя 1 метр, но я тебя не вижу нигде. Осторожно, там зомби рядом. Не на гриву. До супермаркета спускайся. Видишь меня? Ты просто иди до супермаркета. Не было заметить. Помнишь, он где-то внизу? А, вон он вообще, я уже правее отошел гораздо. Еще бы я что-нибудь видел. Я так по звукам ориентируюсь, ко мне он зомби идет. Но если по прямой спускаться, то нет никого, да? Как тебе сказать? Есть. Просто между ними можно проползти. Не всегда, конечно, но вон, вижу, ты ползешь. Там зомби лежит справа. Я вижу, Ленс лежит. Что нам с ним делать?
Нам жратвы нужно найти. Вот что нам нужно. Зомби в будочке стоит. У зомби опять заработало восьмое чувство. Они все с поля сползаются ко мне. Ну, не только тебе. О, лес как-то посветлело. Ребята. Я тут не пройду. Вот так, если только. И то сомневаюсь, честно говоря. Так, вот я лежу, если он сейчас меня заметит, это будет просто тупо. Джек Шепард, ты где? Я чуть правее тебя ползу. Также параллельно тебе. Ко мне зомби ползет. Мимо меня, точнее, ладно. Они реально все к нам с тобой стекаются. У тебя сколько крови, Джек Шепард? 12 тысяч. А, тебя же влили только что, да? Ну ладно. Теда убили. Марка убили. И Марка убили. Они, возможно, друг друга грохнули. Угу. Есть такое мнение. Так, проще было, по-моему, все-таки пробежать туда, но, блин, патроны тратить. Да это и тупо. Блин, они тут такими маршрутами ходят, что, блин, в DLSX было проще пролезть на хардкоре мимо всех них. Я вот Снейк. У меня опыт есть. Ну так давайте ж, опыт. Здесь нет коробки, братиш. Да. Ты ползешь там, да? Да. А, вижу, кто-то ползет по полю. А я не могу ползти, потому что им, блин, так все стрёмно встали. Да. Если ты кого ползти, за тобой рвануть. Не надо рвать. Ну то есть ты уже рванул, за тобой еще один ползет. Да блин, и как мне их ползти всех? Вот-вот. Все не очень просто. Так, тут каменный пустырь. Я, пожалуй, обогну его. Правее идет, другой прямо за тобой идет. Может, ну, боже, надо уходить отсюда. Что такое? Не, просто тяжело очень. Я ничего не вижу. Ночью, да, ночью вообще. Он ко мне развернулся, вот сволочь, блин, позорная. You bastard! Он прям ко мне развернулся, идет вместо. Если кого-то спалили, сразу бегом в супермаркет. Ну понятно, это уже. Что-то а вижу, он ползает, походу, Джека, за ним Силюк. Да-да-да. Причем не отстает, туда же повернул, в ту же сторону. Да посмотри, да, что делает Скотт. Джек, ты как далеко от меня? Я за тобой где-то. Я не нормально. Вижу тебя, я уже не могу сказать вообще. Я уже около дороги. Около дороги? Да. Охренеть, ты куда успел ползти? Я же Old Snake. Вокруг меня зомби везде. Мне кажется, это очень страшно. Джек Шепард, ты успел дороги ползти, офигеть. Колоночка есть. Ну все, они вроде там мимо меня наверх куда-то пошли. Я захожу в магазин «Звезда». Магазины «Звезда» — всегда самые свежие продукты. Аккуратненько так. Сумись. «Звезда» получила пуш. Здесь Макар... А, здесь М911. У меня есть для него два рожка. Ну, значит, ты его себе и возьмешь. А я почему-то, кстати говоря... Нет, у Артура. Нет, это у Артура машина. Артур, ты какой-то, блин, не знаю, маг, что ли? Ты сидишь с нами, записываешь, у тебя машина там едет? Ты так можешь. Здесь так, церковь не входная, да? Мне нужно наконец разобраться с инвентарем. Слушайте, да, церковь не входная. А вот мне сейчас стало действительно интересно. А, не, вряд ли. Nope. Просто я пошел за медикаментами, взял их, бежал, и видел, как машина выезжала, короче, и ехала по дороге. Мне интересно, что это за машина-то была. Уж не наша ли? Узнаем скоро. Так, здесь пелицы, это фигня. Заползаю в магазин «Звезда». «Звезда» — всегда свежий продукт. Пам-пам-пара-пам-пам. Ой, он все в кафе, да? Да, он встает. Так, здесь... Дор, юб, ступит, идиот. 2 раунд пелец, 2 раунд слаг, 8 раунд М1014, стальные болты, если кому это интересно. Подожди, вы что, двери за собой закрыли? Я закрыл, да. Открой. Он лично закрывает. А куда у меня патроны делись?
Какие патроны, от чего? Для М1911 у меня два рожка было. Бывает. Больше, их больше нет. Вашу. Забудь. Если же Тенфилд. Еще один фонарик. На какой хрен фонарики здесь? Вообще респутся, если их дают на старте. Спокойно, спокойно. А-а-а. Может, тебе твой не нравится. А о, сколько лучше патронов, и то только одни мои. Супер. Ребят, как думаете, мне свет включать? Думаю, надо уходить из этого убивого места. Здесь все какое-то разрушенное внутри, или мне кажется, на складских помещениях. Я пойду напоследок, зайду в палатки еще раз. Посмотрю. Ты уверен? И... да, я что пойду в без прикрытия. Нет, здесь никого. А я, Артур, я уже был на всех снайперских позициях, здесь никого нет. Тут честно. Они могут тут сейчас прийти, пока ты там. Конечно, могут. Не пытайся его остановить, он не так стыкает, как мы. Не, мне, конечно, страшно, но... действительно, вдруг там что-то лежит, и мы что-то пропустим. Да нет, не вдруг там что-то, ты думаешь, вдруг я кого-нибудь убью. Не, ну это совсем не так. У меня сейчас очень мало FPS и очень темно, так что я на себя сейчас мало рассчитываю. Может, в этот сходим, дом правы? Джек Шепард, давай выбираться отсюда. Сейчас выйдем на поле и сходим по-быстренькому в ту палатку, про которую ты знаешь. Ой, не палатку, а... вышку. Вышку, да. Она, если бегом, мы за 5 минут от Старого Собора добежим до туда. А я тогда как раз потом вас на машинке подберу и поеду. Я знаю, как она выглядит, но я забыл, где она. Она перед новым или перед старым, что ли. Я знаю две хорошие вышки здесь. Давай за тобой. Так, мы сейчас налево уходим. Давай. Да, там же кабанина проходит. А, все, понял, где. Не-не-не, ты не понял. Мы сейчас выйдем налево, просто мы направо сейчас весь город обходить будем. Поэтому нам проще налево выйти. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой, ты встал. Ой, идешь. Что случилось? Не-не-не. Он по мусору прошел. На мусоре меня заставило подняться и пробежать несколько шагов. Так, сейчас, короче говоря, поднимаемся на пригорок, где у нас шустрил лежал. Угу. Оттуда пробегаем, собственно, по хребту. Через поле? Да. И потом да, и там добегаем, да. Все правильно. Только, блин, бой. Вообще, конечно, блин, вот сейчас бы направо повернуть, но там столько зомби, офигеть. О, фляжку вот где можно взять. Ну да. Да, попробуем повернуть, пока вроде никого не видать. Напрямки пройти. Ну вот пока, ну вон там один уже идет. Ну вот здесь, если прямо по этой дорожке пролезть, то можно. Я думаю. Да, попробуем. Да, да, ночью, конечно, не камильфо. Очень без ПНВ. Следующая серия будет днем. Это класс. Нужно, чтобы хотя бы у одного ПНВ был, у прикрывающего. Да вообще. ПНВ. Слева дышит. Must have. Слева далеко. Ладно. Ого, 4 эпипена и морфин в одном месте. Мне кажется, что зомби прямо назад, назад. Да. Правее били. Откатываемся в стиле ниндзя. Ну ладно, спецназ ниндзя. В стиле ниндзя. Джек Шепард через шифт паузе, он даже так может услышать, по-моему. Нет, за спиной-то как-то. Ну нет, хотя я помню, когда ты говорил, что они за спиной, ага, нас не видят. Да-да-да. Секунду проходит, все. Все деревья у нас бежит. Зря мы сюда влезли, Джек Шепард. А что делать? Ползи вперед теперь. Какой у нас есть выбор? Потом я. Это я. Это тоже ты, да? Да, справа. И это тоже ты. Отдалеке. Ты наагрил там кого-то? Ну, зомби отказался умирать. А, пришлось ему это немножко. Какой, блин, привередливый зомби попался. Говорит, нет, и все. Здесь аккуратно, в будочке слева от нас зомби стоит. Слева от нас? Да. Будочка, заборчик маленький. Ага. Он не понял, стоит как безумец. Клиент что-то кто-то выкинул, да? Безумец. А, это, наверное, Артур. Не, он натуральный безумец же. Натурально. Это я выкинул, да? Угу. За 3 серии 84 убийства, офигеть. У меня когда я с этим-то был,
Сэмкой, с душаком. Я столько не убивал, по-моему. Ночь на море. Все хотят убивать. Время к 10. Еще вечер только. Охотничий ножик. Ты бы спички нашел, вот это было бы хорошо. Так, всякая гадость. Не волнуйся, если тебя сейчас кто-нибудь убьет, мы им отомстим. Ага, в двух палатках два рентал, да я не планирую умирать сюда. Так. Никто не планирует. Куча подствольников, ну, в смысле гранат. А, уже по новой отреспаунилось все. Там может, значит, пушка быть. Не-не, я обошел все палатки, ничего нет. Все старое, ваши ленталы, причем там две штуки. Понятно. Да. Сегодня у нас, значит, нерезультативно тоже особо. Ну, я калаш получил, я доволен. Да. Причем свой любимый калаш. Вот этот вот АКС-74У, он довольно тихий. Рот хороший. Так, все, встретимся на тех вышечках, да? В принципе, да. Или я пойду сразу за машиной и подберу вас, когда вы будете с вышечек на горочку сразу появиться. Одно из двух. Ну, тебе придется на машине тогда по полю бегать. Да. А, или вы спуститесь. Просто там одна вышка прямо около нового собора, чуть повыше его, да, а вторая да. Где-то в 500 метрах от нее или даже в километре. Ну ладно, тогда вместе с вами. Смотрел так назад, мало ли какой-нибудь мужик за нами с топором ползет. Такой, сейчас убью, сейчас убью, сейчас убью. О нет, не повернусь, господин. Не дай боже. Вы уже в поле бежите? Нет, мы еще только вышли. Это кто вышки, где ты снайперку нашел? Да. А, все, тогда понял, что это вышка. Черт, на той вышке, я кроме. Ой, снайперки... ребята, разбитый вертолет прямо на поле. Замечательно. Клево. Рванем? Конечно. Чур, пулемет мой. Я хочу себе ротор. Я хочу с него пострелять просто. Мы же, блин, ротор, мать-то ваш. Вон, я вижу его, да, Артур, левее бери. Все, вместо стрелки вертолет. Угу. Ты видишь меня? Зачем тебе ротор? Ну, вы починили. А, эти же не чинятся. Блядь. Эти не чинятся. Все, я уже перечитал комментарии, где пишут, что там. Там все чинится. Да. У кого там погонит? У кого там не успеет Москва? У меня погонят. Это за мной. Я же шестерку угнал. Кто такой по полю бежит как псих? Я. Ну, это угадай. Угадай. Там, по-моему, кстати... Там что там такое светлое? Там зомби, это пулемет стреляющий. А, понятно, да. Ага. Они же разбившиеся, но у них постоянно пламя вырывается. Ну, честно говоря, вот сейчас будет действительно сложно что-то придумать. Нам надо будет как-то всех зачистить. Они появятся заново. Флайер предлагаю надо было взять. План. Ну да, никто не может. Ой-ой-ой, вы меня испугали. Хотя, так, сейчас... Говорят, кто так бежит, как сумасшедший? Вы весь Джек Шепард, остановись ты уже. Куда? Я вообще на месте сижу, вы чё? А, Джек Шепард залагал просто. У кого самые беспонтовые патроны? Наркоманы, блин. У меня Макарыч есть. У меня сиди, кто-то один берет просто агрит, и всех бегает ну, прямо да, вокруг да, вертолета, да, да. А другие берут всякие эти припасы. Потом бегают в горку и все. Ну, это вы, конечно, здорово придумали, давайте у я... У меня Артур на месте бежит. У меня все на месте бегут, у меня есть Артур. Да, мы подвисли. Сейчас вертолет, мать их за ногу, то чтобы, блин, да, вертолет исчез. Это кто туда бежит? Сейчас к вышке. Кто бежит по полю? Я бегу по полю к вышке. А, понятно. Там вторая еще будет, да, по-моему? Ну, по крайней мере, сервер же логнулся и день. Да. Так, ты один к вышке пойдешь, а я тут в кустиках посижу. Опа, если что. Три зомби там, блин, появились сразу же. Они тебя заметили? Нет. Вы решили все-таки сначала вышечки, да? Ну, он побежал, да. Что уж теперь делать? Хорошо. Раз он такой. Раз он такой. Безумец. Безумец. Ну, натуральный, а не безумец же натуральный. Скотина. Так. Эта вышка, кстати, по-моему, беспонтовая, я никогда на ней ничего не ходил. Прям рядом с ней лягухан прыгает. Я знаю, вот другая, которая справа будет, вот она будет вкуснее. Давай ты на нее пойдешь. Или все-таки держимся вместе. Сейчас мы зайдем по новой на старый собор, раз уж мы тут, и сервер ребутнулся. Нормально, кто-то бежит и такой заяц параллельно ему. Кто у кустов бегает?
Ну, эти лягуханы. Нет. Вот куда я смотрю, кто только что сел. Это я. А, это ты. Я думал, ты же ко мне бежишь. Я не бегу к тебе. Я же сказал, ты не что... Ты бежишь ко мне? Но там же вышка справа еще будет одна. Так слушай, она будет охренеть как далеко. Вот там вот в кустах кто-то бежит, я все кусты просмотрел. Джек Шепард. Молчит, что это он. Да, быстрее. Вот снова бегает там наверху. Куда быстрее здесь зомби? Нам сейчас нужно по-быстрому в старый собор, пока народ не понял, что произошло. Все, зомби меня спалил. Забирайся на вышку, оттуда отстреливай. Я не уверен, что я успею до того, как он меня ударит. Успеешь. Давай. Здесь лежит АКшечка. Отлично. АКС-74У. Как у меня. Я с винчестки их отстреляю. Да, конечно. Ну, один рожок, я думаю, есть, да? Три. О, один мне дашь. Если хорошо, прошу. Фильтрировочка. Ну, блин, я... Да, я за свою... Я лёг... Подходи сюда, я не смогу их убить. Он ползает рядом с лестником внизу. Джек Шепард, ты меня раздражаешь. Убей меня. Давай мы просто потратим дымовую гранату на них, нет? А нет, мы лучше потратим в старом соборе. У меня здесь есть дымовая граната. Ну вот, давай тогда, чё ж ты. Возьми, а чё? Ой, чё-то я не так начал. Да, господи. Так, ладно, я тогда на исходную. Хорошо. Я уже лежу под деревом, готов прикрывать и служить, и охранять. Так, ну, ну и чё, понимаю, бегут или нет? Джек Шепард. Чё-то как-то, не знаю, может сервер до сих пор считает, что тут ночь? Потому что он не заметил. А тут внизу вроде как у тебя внизу никого нет. А нет, он ползун вроде как полез туда. Зомби в палатках появились. Прямо будут в палатках. Значит, там кто-то, возможно... Не, я тут рядом лежу. Все, зомби уползают. Да. Спускаюсь. Блин, круто сходил. Да. Чуйка тебя не подвела. Патроны на двоих. Будет тебе чем отбиваться теперь. Да, я, у меня еще винчестер остался в этом в рюкзаке. Это у меня тоже лежит. Сейчас у меня без патронов. Тебе, да? Да, выходи, беги ко мне. Че там, как спокойно на палатках? Да, хорошо, все. Ты там, а что нам сейчас так к палаткам-то идти, если ты там сейчас возьмешь, что надо? Ну, если мы там найдем, скажем, ДМР. Я туда даже спускаться не буду. Шустрилу тогда. Там там нужны Night Vision, GPS. Ну, много чего нужно-то. Да. Я бегу тогда по полоске, где обычно палатки стоят. Посмотрю, может есть. Ну, там куча зомби, и помните, что сейчас уже не ночь. Да. Ага. У меня ощущение, что эти зомби из-за, может, из-за дождя не замечают особо. Вряд Потому ли. Что вот этот как шел, так и идет тут один такой военный. А, который мимо дымовухи-то? Ну. Ага. Ну, типа вообще на все положить. Да. Так, вон ты идешь ко мне, да? Да. Так, у меня 30 патронов, кстати говоря. А было вроде бы гораздо меньше. У меня 30 патронов и рожок. Ты же говорил, у тебя три рожка. Ну, то есть один и Нет, два. Нет, два там только было. Один вот, ну, такая же упаковочка, только там была дымовая граната. А, понятно. Ну, ладно. Тогда пусть тебе остается. Не надо самому делиться. Печально. Нет, оставь себя в карманах. Не надо мне. Нет. Так, тут палатка? Или это камень? Палатка. Камень. Камень? Камень, мать его. Я думаю, палатка. А может за камень палатка? Нет. Крис Кросс был убит. Жек Шепард. Опа! Это вы, два выживших на карте. Больше никого не видно на карте, да? Да. А кроме нас, кстати, я тебя даже не вижу в этом. На палатках на карте. Жек Шепард, подходи ко мне. Подхожу к кустам. ПБС вот нужен, это. М9. Погнали. Блин, да. Теперь такие эти. А, блин, солдатики. ПБС бы не помешал. Так, все, мы пришли к опушке. Отлично. Ты где лежишь? Правее?
Я лежу вот там, где водокачка, чуть ниже дерева, и я за деревом лежу, смотрю все палатки. Понятно. Так, Джекшип, по пути пойдем. Да, сейчас мы используем дымовую гранату. Но пока что не используем, то есть если прижмет. Да, пока. Потому что это палево. Вообще никого не слышу. Ну вон и справа где-то там ползу вдалеке. Да, вдалеке есть. На горочках вроде чисто. Тут еще звук мух-то, блин, на него вообще не поориентироваться. Так, аккуратно, тебя справа может зомби заметить. Прыгун. Ага, но он далековато вроде. Ну, у нас из такого расстояния замечали. Я знаю, поэтому, да. Так, что стрелу пасешь, да? Угу. Заползаю, чтоб палатку. Почти. А, вижу, там на шифте кто-то крадется, да? Да-да. Мы оба так идем. Он первый. Понятно. Там я вот пойду по другой стороне. Зомби. Зомби. В офицерских палатках, да, зомби. В ту тогда заходить. Блин, не знаю, что лежит. Там давайте я дымовую граната. Да нафига тебе граната. А возьми гранату, да закинь туда в палатку к этому парню. Вон она стоит. Че, реально, что ли? Я не даже попаду, по-моему. А давай. Да я не попаду. Я тоже думал, что я не попаду по машине. Это безумие, что ли, блин? Безумец. Я уже готов, я снимаю. Вы все безумцы. Может, Артур кинет? Артур хочет кинет? Джек, давай. Артур ничего не хочет. Джек! Блин, ну ладно, сейчас я шмальну тогда. Так, ребята, дайте я за палатку хотя бы спрячусь. Я жить хочу. Как сильно кидать? Ну, чем дольше держишь, тем дальше летит. Чтоб я себе в ноги не кинул. Слышал высоту, по-моему, я. Нет, это у меня там о, кто-то. О, прилипло к палатке. Ему похрен. Вообще ничего не увидел, ну ладно. Давай обходим, Артур, сзади палатку, не пойдем туда. Пошел он. А если там GPS лежит? А если там не только GPS, еще и Night Vision? А если там голый мужик с топором сидит в углу? О, здесь... нет, туда обходим. Вот, все. О, смотри, сидит. Но нам придется их убивать. А. Подожди. У меня есть идея. Я хочу положить свою пушечку на землю, взять винчестер и с ним уже идти. Я кидаю дымовуху, короче говоря. Давай. Только ты так сел, что он когда поползет, тебя увидит. Давай назад, назад, ко мне, назад. Так, шестрелы видишь, да, наши все? Да, вижу это все. Ой, бегут, вояки, куча. Мимо нас еще пробегут какие-то. Один пробежал уже. Тот, похоже, так и решил там расти. Еще один просто пешим идет. Да. Они повыходили из палаток там, побежали. Но тот, кого мы хотели отвлечь, он так и остался. Да. Переходите на заднюю часть палаток и оттуда начнете удать. Ой, тихо, он идет. Да. Так, сейчас он пройдет, и я двинусь. Так, он, похоже... Куда он побежал? Он ко мне побежал. Да что ж такое? Блин, ладно, я захожу в палатку, начинаю стрелять. По-хорошему не вышло. У меня бинтов, по-моему, нет. Если что, приготовьтесь меня лечить. Давай. Нет, один бинт есть. Да, блин, доставай ты пушку. Она, комплект магазин. Собаки успели порвать. Сода. Так, ко мне бежит кто-нибудь, нет? Легухан бежит, и еще у него весь рот бежит. Блин, меня привязаться. Два весь рот бегут. Они тормознули что-то. Дым. Ладно, я пока перевязываюсь. Блин, в этих палатках не самая лучшая затея, конечно, блин, обороняться. Тут так неудобно, и они успевают спануть. Ну вообще, блин, зомбаков тоже не лучшая идея. Ну, блин. А, у меня патроны. Где у меня патроны на G17? Не знаю. Куда они делись? Еще два бежит. Теперь-то уж точно все услышали. Все, я взял винчестер наконец-таки, собрался с инвентарем. Ты в какой палатке сидишь? Я в палатке боли сижу. Ой, меня свалили. Да что ж такое, блин, а? Джек Шепард, помогай. Да, я без сознания. А, Джек Шепард, выручай. Там зомби? Да, там зомби, он меня кушает. А, блин, в какой? Давай, ищи. He's dead. Перевязывай меня. Или он жив? Лежит. Я не вижу, где ты тут лежишь. Я тут лежу, возможно, я снаружи лежу, провалился.
Не знаю, сейчас я приду. Просто перевяжи меня, у меня бинтов нет. Я не могу тебе перевязать, у меня тоже нет бинтов. Офигеть, ну елки-палки, Джек-шеф, ты же спрашивал. Я иду. Джек-шеф, ты же спросил, есть бинты? Я не помню, я что-то ответил? По-моему, все у всех было. Сколько у тебя крови? Странно, нет, мне нужны бинты. Сколько у тебя крови? У меня 4800, 4700. Патрол пакет, просто там что-нибудь есть? Нету. Так, у меня в моем этом... Шестрелу выручай. Я бегу. 4500. Во, нашел бинт. Давай, быстрее сюда. Так, бандаж. Берись, бандаж. Артурка, я иду. Давай. Шестрелу, давай на исходную тогда. Бандаж. Кровь тебе забить надо все равно. Кровь всплывает. Так, кто-то согрелся. Капец. Насрать вообще. Все. Так больше шансов, что нас убьют просто. Фу, планча, все отлично. Я думал, это кто-то левый. Тут лежит М1400, ой, 1014, никого не нужно. Да нет, кости в порядке. Для него патроны. Кости в порядке, да, меня просто кританули, бывает такое. Один раз меня вообще кританули с первого удара. Я тебя обрадую, кровь исчезла куда-то. Ну ладно, что. Короче говоря, это вот то, что мы бегали последние минут 10, это все вайпнулось. Тут дробовик лежит М114. Да, я говорил. Поняли. Два бинта здесь, ребята, два бинта. Бери морфин. Бери. Это вместо миссии. Все, хватай. Все, супер. У кого АКМ или не у кого АКМ? АКМов ни у кого, у нас у обоих ксюхи. Пуст. Здесь еще... тут тебе... тебе нужен АКМ? Тебе, наверное, не нужен АКМ? Такой же, как у нас. Я возьму в сумку, чё или нет? Так, ну я тогда патроны магазин, себе заберу. Патрон для М24 есть. Тебе один рожок берите, оставить, берите, нет? Берите все оружие в сумку, потом мы снесем это. У меня с сумками какие-то бока постоянно вылазят. Я для АКМ два магазина взял, если что. Я сыпрю вот бак. Так, винчестер я выкину, пожалуй. У нас уже есть винчестер, кто стреляет. Я. Падай, блин. Упал. Ну, у тебя есть лечивое, если что. Тейк, АКМ, здесь АКМ лежит. Да. Три. АКМ? У меня начали из инвентаря пропадать почему-то вещи. Они уже давно влезть, пропадают. Ребята. Поэтому... Ой, пришел селянин. Беру еще одну домовую. Да в целом достаточно. Сколько идет к нам? Джек Шепард, уходи. Только больше не ничего. Человека не будем брать. АКМ, если сможешь взять, то бери. Если нет, то не бери. Я подойду, сейчас заберу. Давай, вот в это вот. Не, что нафиг? Что, видите, сколько их там? Уходим. А если бежит? Все, на машину, ребята, все на машину, полным ростом. Драться с ними это безумие. Если я сейчас упаду в обморок, я скажу, вы будете отбивать меня. Да. Ладно. Можно, в принципе, сразу отбиться вот здесь. Да зачем? В принципе, нам уже и к тем вышкам не обязательно идти. У нас с оружием все очень неплохо. Единственное, нам нужно будет в следующих сериях ездить по больничкам. Искать нечего. Не, больничка... У меня же там полная. А, в машине есть, да. Я помню, говорю, один раз вообще как-то с зомби начал драться, он меня с первого удара убил. То есть все 12 тысяч снес. Кританул, да. Бывает и такое, в общем. Слева зомби, да и насрать. Так, Джек Шепард, если чё? Ну он один бежит до сих пор за нами, больше никого нет. Во, второй пошел. Сюда. Нормально все. Ну он ещё кого-то загрели, я слышу. Я сделал, наверное, один небольшой кружок, потом побегу по дороге, и вы их задаете нахрен. Ну давай. Отпрыгну в деревья, и вы... Насколько сложнее стал играть с этим патчем, это же офигеть, это, ну, бред какой-то, слишком уж они какие-то стали глазастые. И слишком их стало много, вспомни про Аквара. Да. Я вообще 500, никогда таких проблем с лутом никогда не было проблем таких. Так, Шестрил, я за тобой бегу. Чтоб были проблемы у нас. Не догоните все равно, придурки. Так, ладно. Опять у меня какая-то смертность повышенная в последних сериях. Меня чуть не убили опять. Бывает.
План приманка сейчас есть. План приманка. Мы не хотим, чтобы ты приманкой был. Нормально, нормально. Иногда. Я машин не вижу. А тебе и не нужно, мы сейчас на дорогу выйдем, подберем тебя. Mm-hmm. Может, даже до этих не было. Мне кажется, машину ты долбаешься, когда и дальше. Немножко совсем. А, как это скучно мигать от трех зомби. Так, сейчас отъедем, и я полечусь. Да, да. Все, я сижу. Джек Шепард, приготовься. Так, подожди, пока не подходи к нам, потому что нам нужно выехать из леса, я думаю. Да, я жду, пока вы на дорогу выйдете. А как они через заборчик пересекут? Запросто. Придурки. Просто пробегут сквозь него. Но. Нет, они обижали. Вежливые. Теперь их двое, а один остался у заборчика. Так через забор три раза пробежать, и в итоге никто за забор. Тебя обиден уже. Нормально все, Джек. Главное, что я не умер. Потому что у меня было опасно, опять же. Как ты глупо, да? Умирать от зомби. Нетипично. Ну, не знаю, сейчас как-то вот просто такие места они стали вообще дико сложными. Хардкор. Едете. Я сзади, как пассажир, еду. Не справа. Я же перебегу перед вами, чтобы зомби задавить. Смотри, сейчас залагает и... Кто-то в Кармагеддон не играл. Да не успеешь за ними. Не, ладно, все, выезжай на дорогу, я заскочу. Нет, он все погнался, похоже. Осторожно! Это было so close. Я торможу за ходи, ходи. А, давай, блин, все, он ушел уже. Так, ладно. У нас машина отремонтировалась. Ну хоть что-то хорошее. Она вся зеленая стала. Садись! Нет, он будет стрелять. А что ты вместо Винчера не взял этот, кстати, под дробовик? Армейский с тремя патронами. У меня патронов до хрена, а для того нет. Там тоже требуется. Я, кстати, одну взял, если что. Так, что у нас там по таймеру? По таймеру у нас уже давно, там, за час уже ушло. Да, сегодня серия долгая. Давайте прощаться и... Да, прощаться между сериями сейчас... Шустрила? А, ну да, я извиняюсь. Всем спасибо, что посмотрели нас. С вами был Артур, Блэк Сильвер, Джек Шепард. Попрощайтесь сразу. Всем пока. Пока-пока. Мы сегодня обмотали старый собор и повоевали, и пионировали. Так что все. Всем удачи. Пока-пока.